Я уверен, что те перемены, которые происходят сейчас в Министерстве образования и науки Российской Федерации, это перемены к лучшему. 12 сентября историк, политолог, председатель Комитета Государственной Думы по образованию Вячеслав Никонов в очередной раз встретился со студентами ННГУ, ответил на вопросы учащихся и обрисовал исторические и прогнозируемые перспективы отечественной образовательной системы. Главная проблема – сделать эту систему единой не только формально, но и содержательно. Ведь обучение при переходе из детского сада в школу, из школы в вуз, из вуза в профессию – это процесс, который не терпит остановок. На самом деле человек должен в университете получить умение прежде всего учиться, затем всю свою жизнь. То есть не останавливаться в развитии, а продолжать накапливать знания, продолжать совершенствоваться, ну и, конечно, быть гражданином своей страны.